одно и то же. Смотреть в окно, искать людей похожих. Сейчас поставлю. Я знаю, как не будет. Мы перестанем ссориться. Невозможно я. Ошибки прошлого, как жизнь. Пожалуйста, запрямись, останемся. Твоего и моего одно и то же. Нам же нравится одно и то же. Смотреть в окно, искать людей похожих. Одно и то же. Нам же нравится одно и то же. Смотреть в окно, искать людей, искать. Алиса, включи песню про маму. Ульвай. Алиса, включи модную песню про маму. Включай современные детские песни. Альбом песни. Алиса, не включай детские песни. Алиса, включи взрослую песню про маму. Сейчас такая включает. Попросите меня еще раз. Я попробую найти нужную песню. А нам надо имя какую-нибудь. Она сейчас взрослую песню для мамы включит. Знаешь, какие же эти бывают взрослые? Ох уж эти взрослые! В 90-х годах, да она тупая, Алиса, как и я. Попроси включить тяжелый мужской рок. Да, она не послушается, она. Это как узнать, смотрит ли твой парень, говорит, порнушку, говорит, в теле этот, в компьютере. Нажимаешь букву «П» и выходит такая. Или посмотреть историю. Лайфхак, включать режим инкогнито. А что, есть такой режим? Я просто не знаю. У тебя ничего не выдаст? Ты не смотришь, да? Серьезно, есть такой режим? Ну-ка, дай-ка я узнаю. Инкогнито. Алиса, включи мой плейлист. Люблю песни, которые вы любите. Алиса, следующая. Нифига себе, я не знала. Спасибо тебе большое. И много кто это знает из мужчин. Блин, я честно, я не знаю. У меня... Я могу спокойно предоставить. Я честно тебе скажу, я не знаю, потому что я могу спокойно показать свою этот поиск в гугле спокойно. У меня там
что будет, если заколола в боку, не сдохну ли я завтра, как позвонить на домашний телефон, потому что ёкарный баба, я не знала, как позвонить на домашний телефон, какой должен быть пароль. Не, у меня нет скелета в шкафу. Я тебе скажу так, мой дорогой, я настолько скучная, что мои скелеты, они бы сдохли бы от скуки. Еще раз. Я честно тебе скажу, могу спокойно дать свой телефон, и любой может посмотреть его. Спокойно. Причем еще я даже его не чищу. Да поищи, конечно. А ты можешь мою любимую песню поставить? Какую песню? Скажи, какую песню я поставлю. Скажу, Алиса. Алиса, включи песню «Не сыпь на стол рану». Что? Включи Вячеслав Добрынин. Песня «Не сыпь на стол рану». А, ты слушаешь поп? Я не слушаю поп. Доброй ночи, Леон. Доброй ночи. Добрый обед. Да, вот это. Кстати, я скажу так, у меня не стоп заказов на песню. Владислав, у меня мой модератор заказал. Это она? Это она, да? У меня только модераторы заказывают песни. Владислав, нет, прости, пожалуйста. Можно, но только осторожно. Не, у меня потом будет она у меня в плейлисте играть. Леон, как дела? Рассказывай. Ой, король и шут тогда. Не, король и шут, не надо, это же ужасно.